Генеральный партнер программы «Деловые новости» ТО «Торговый дом Нуртас». ТО «Торговый дом Нуртас» предлагает качественный фракционный щебень каргалинского месторождения диабаза марки М1000, а также фракционный щебень акшатского месторождения известняков марки М800. Возможна доставка. Нуртас. Лучший щебень у нас. Наш телефон 40 60 36. Здравствуйте, в эфире «Деловые новости», в студии работает Владимир Беляков. «Вести экономика» передают. В Международном агентстве по атомной энергии заявили о тревоге из-за обострения ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном. В Тегеране заявили о начале увеличения объемов обогащения урана. К настоящему моменту в МАГАТЭ подтвердили информацию о повышении объемов обогащения урана со стороны иранских властей. При отсутствии реального прогресса в реализации механизма Евросоюза по обходу американских санкций, Иран может предпринять новые шаги в данном направлении. Причиной нерешительности властей Евросоюза по запуску данного механизма торговли с Ираном могут быть угрозы со стороны США, которые предупредили, что могут применить санкции против компаний, госчиновников и физических лиц, причастных к попыткам обойти американские ограничения. США увеличивают военные поставки Украине. Американский Конгресс намерен выделить $250 миллионов на военную помощь этой стране. Такая инициатива предложена в проекте военного бюджета США на следующий финансовый год. В текущем году Вашингтон потратил на вооружение для Киева $200 миллионов, передает телеканал «Россия-24». Причиной ослабления тенге назвали в Нацбанке. О ситуации на валютном рынке на заседании правительства рассказал председатель Национального банка Ербалат Досаев, передает «Казинформ». Ситуация на внутреннем валютном рынке в последнее время развивается под влиянием мирового рынка нефти. Цены на нефть в период с 27 мая по 5 июня снизились почти на 13%. В результате ослабление тенге за этот же период составило 1,3%, отметил Досаев. По его словам, в последние дни ситуация уже стабилизировалась и курс национальной валюты укрепился. Накануне на пресс-конференции в Аккарде представители СМИ поинтересовались у президента Касым-Жомарта Токаева его мнением относительно строительства атомной электростанции в нашей стране, передает «Курсив КЗ». По словам главы государства, строительство АЭС пока не планируется. «Если понадобится, то проведем референдум», – добавил он. Канада планирует запретить одноразовые трубочки, пакеты и посуду к началу 2021 года, чтобы уменьшить количество мусора и защитить мировой океан, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает Тенгри Ньюс КЗ. До 2021 года бизнесменам дали время для подготовки к переменам. Правительство также планирует потребовать от производителей использовать определенную долю переработанного сырья. В Канаде перерабатывается только 10% используемого пластика. Отметим, в Казахстане также обсуждался план по запрету пластиковой продукции. Первым этапом стал запрет на выдачу бесплатных пакетов в супермаркетах. Туристам в Риме теперь нельзя ходить с голым торсом, купаться в фонтанах и вешать свадебные замки на мостах. Новый список запретов представил городской совет. Противозаконно также употреблять фастфуд рядом с достопримечательностями. Защищать пришлось и знаменитую испанскую лестницу. По ней теперь нельзя возить чемоданы. Для борьбы со спекулянтами запретили продавать места в очереди за билетами в Колизей и музеи Ватикана. Нарушителям грозят штрафы до 450 евро, передает телеканал «Россия-24». Самая дорогая картина на планете «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, считавшаяся пропавшей, хранится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. По данным портала Artnet, картина будет храниться там, пока власти Саудовской Аравии не построят масштабный культурный центр, сообщает РИА Новости. Картина долгое время считалась утраченной. В 2017 году она была продана частному коллекционеру на аукционе за $450 миллионов, став самым дорогим произведением искусства в истории. Картина «Спаситель мира», как считается, была написана после 1505 года и является единственной работой да Винчи, которая на данный момент находится в частных руках. Это были «Деловые новости». На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Генеральный партнер программы «Деловые новости» ТО «Торговый дом Нуртас». Нуртас сауда үйе жауапкершілік шектеулі серіктестігі қарғалы кен орнының М1000 маркалы сапалы фракциялық тасын ұсынады. Сонымен қатар, Ақшат кен орнының белгілі М800 маркалы фракциялық таса жеткізу мүмкін. Нуртас ең үздік тас бізде. Біздің телефонымыз 40 60 36.